В последнее время многие компании занялись созданием самоуправляемых транспортных средств. Однако сотрудники нового подразделения компании Piaggio, создавшей знаменитый скутер Vespa, пошли несколько иным путем. Они решили разработать робота, который способен самостоятельно следовать за своим владельцем и помогать ему в переноске не слишком тяжелых грузов. Новинка получила название Gita. Авторы проекта отмечают, что они видят будущее, в котором города заполнены пешеходами и их роботами-помощниками. Первый шаг в этом направлении – это Gita. Робот поможет, может следовать за своим владельцем по улицам города, самостоятельно избегать препятствий и не теряться в случае, если пользователь неожиданно свернул за угол. В навигации роботу будет помогать сам владелец с помощью специального пояса с камерами и технологии SLAM. Он будет строить трехмерную карту, которая позволит Gita ориентироваться в пространстве. Также у робота есть ультразвуковой дальномер и камеры. Кроме этого, разработчики предусмотрели несколько способов общения. Gita с окружающим миром. Робот может сообщать о своем присутствии с помощью небольшого экрана, света и звука. По словам автора проекта, Gita может переносить до 18 кг груза и двигаться со скоростью до 35 км в час. При этом роботу не страшны небольшие препятствия и разные виды покрытий. Благодаря специально разработанным форме протектору колес, Gita может перемещаться по тротуарам, плитке, земле и снегу. На данный момент разработчики не сообщают конечную стоимость робота-помощника. Перед поступлением в продажу Gita предстоит пройти ряд тестов в реальных условиях.